первом раунде я показываю вам фотографию, где 4 или 3 или любое другое количество логотипов футбольных клубов. Угу. По ним нужно быстро угадать, какой футболист имеется в виду. То есть, чья это карьера, какого футболиста. Поехали. Месси, Пирло. Нет. Мальдини. Нет. Неймар. Нет. Бекхэм. Нет. Фергюсон. Руни. Нет. Роналд. Гиггс. Время вышло. Это Златан Ибрагимович. А, он играл, да. Никому не достается балл. Двигаемся дальше. Зола. Нет. Ну это прям сейчас очень актуально. Время вышло. Это Салах. Мне вообще не смотрю футбол. Вы случайно футболисты? Конечно, не смотрю футбол. Идем дальше. Сейчас будет реально тяжело. Тевес. Нет. Это было давно. По-моему, же не играет? Да. Марадон. Да. И первый балл достается Саби. Браво. Чадук. 1-1. Давай, я первый сказал. Давай, ничего за это. Ничего, давай. Ничья. Честно. Самедов. Это победа Гиля. Тут просто Тоти? Да. Терри не перешел. Да. Да. Терри. Пирло. Нет. Как он зовут? Защитник? Да. Банучи. Да, Банучи. Ману. Да, это Ману. Ну что ж, первый раунд окончен. Впереди Гиля со счетом 6-3. Второй раунд «Правда или ложь». Я называю вам какую-то историю, и вы говорите «Правда или ложь». Как? Да можно вместо «ложь» неправ и все, неправда и все? Можно, да. Все. Ты не любишь слово «ложь»? Не люблю, да. Правда ли, что Халк обладает самым сильным ударом в мире? Да. Нет. Правильный ответ. 214 километров в час однажды зафиксировали. Это правда. Спасибо. Okay. Самый громкий стадион в мире у Дортмундской Боруссии. Правда или нет? Самый большой? Громкий. Шумный. А громкий? Да. Нет. Ложь. Ложь. Самый громкий у Бешикташа. Да. Правда ли, что однажды из-за матча началась война? По-моему, да, неправ. Неправ. Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира стало поводом шестидневной войны между ними в 1969 году. Okay. Саба, очко Саба. История, ты все знаешь. Я не знаю, случайно. Правда ли, что были случаи, чтобы судья удалял сам себя? Ложь, я думаю. Правда. Ну, если он травму получил, да. Судья подбежал к голкиперу после очередного его протеста, но остановился и решил удалить себя, чтобы не бить его по лицу. Это было в Англии. Правда, да? Правда. Правда ли, что в одном из матчей один из голов отменил священник? Что это священник? Церковь, священник. Поп. Ну, как? Церковь? Да. Удалил? Неправда, я понял, неправда. Точно неправда. Священник не отменил как гол. Правда. В 1957 году в Германии за несколько секунд до завершения футбольного матча был забит гол. При этом судья не заметил, что нападающий подправил мяч рукой и засчитал. Тогда на поле вышел местный священник и громко сказал, что нужно признаться, как было на самом деле, иначе Бог разгневается. Слова пастыря возымели действие. Гол отменили. Правда ли, что Райан Гиггс за всю карьеру не был ни разу удален с поля? Неправда. Неправда. Один раз за Уэльс его ударили. Но только один. Какая разница, ударили? 670. Я выиграл в шансе. Это самое главное. Но в последнем раунде к
каждый вопрос стоимостью 2 балла. Это видеораунд. Показываем вам видео и дальше задаем вопрос, что произойдет дальше. И у вас есть 10 секунд крикнуть правильную версию. Почему матч остановили? Ну, можно фол был. Можно еще? Я думал, он между ног взял, и там драк начался. Я думал, драк начался. Правильный ответ. На поле приземлился парашютист. Откуда? Не знаю, что... Да что за чемпионат? Что было дальше? Вот. По 2 балла. Вот, сейчас интересно. Турецкий чемпионат, да? Почему Шахов так и не вышел на поле? Ну, же... второй желтый. Второй желтый. И было последний момент. Правильно. Что будет дальше? Поцеловать свою жену. Нет, назвал красный. А? Второй жопой красный. Правильно. А нельзя на трибуну, да, выходить? Конечно. Это не уважение соперника. Правильно? Он сам себя аплодировал, да. Почему не уважение? Семечку купил, был. Сейчас самый последний. Это послематчевая серия пенальти за выход в основную стадию Еврокубка. Чем примечателен этот сейв, который вывел команду дальше? А, я знаю, это вратарь Лудогорец, и он не вратарь, он футболист. Я тоже хотел сказать, он футболист. Ну, Гиля выиграл. Гиля выиграл полевой. Итак, Гиля чемпион, Сава, поздравляю. Спасибо. Ты очень достойный. Сава, мой друг. Отменяю. Извини, брат, но сегодня я выиграю. Самое главное, второго места выиграю.